Ребят, всем привет! У нас пришел контейнер. Наконец-то вернулись к нам 106 модели от компании Mirinda. Мы их уже давно продаем. Сейчас они подзакончились и как раз их подвезли. Популярны они среди аниматоров обычно. В комплекте идет бесплатно два радиомикрофона. Есть пульт дистанционного управления. Также есть Bluetooth, радио. Флешки вставляются, есть эквалайзер. Она устанавливается на штатив, есть колесики и телескопическая ручка. Давайте вскроем, проверим, послушаем. Также у нее есть функция ТВС. Две колонки можно в стереопару соединить без проводов. Так выглядит сама колонка, кто не знает. В комплекте идет два радиомикрофона беспроводных. Можно петь караоке. Также у нее есть вход под проводные микрофоны, две штуки. Вчетвером можно петь караоке. Есть сетевое зарядное устройство, кабель AUX, пульт дистанционного управления и инструкция. Вот поближе покажу управление. Пятиполосный эквалайзер, управление микрофоном, гитарой, приоритет громкости управления громкостью микрофонами, управление громкостью самой колонкой. Переключение все, плеер, здесь дисплей, флешка вставляется SD, microSD. Есть AUX. Из функций у нее Bluetooth, AUX, флешки, радиоприемник. Сзади две антенны, одна для радио, другая для радиомикрофонов. Зарядить ее можно 12 вольт на природе, например, и 220 от розетки. Включение подсветки. Качество звучания, как всегда, отличное. Модель себя хорошо зарекомендовала. И бас высокий, хороший. И играет она сейчас на 20% мощности. Очень хорошая, качественная колонка. Вот такая крутая колонка. Давайте подытожим. В комплекте идет два радиомикрофона, пульт дистанционного управления. Стоит она недорого. Заказать ее можно у нас. В описании оставлю ссылку на наш сайт. Также можете с нами связаться по номерам телефонов. Отправляем Почтой России, также транспортными компаниями. Ребят, если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных обзоров. Напишите в комментариях, с какой бы вы колонкой хотели бы ее сравнить.